Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, я расскажу, как можно играть при помощи компьютера в нашу любимую игру под названием Block Strike. Для начала нам необходимо зайти на сайт эмулятора и скачать сам эмулятор. Конечно же, ссылочку на этот сайт я оставлю в описании, вы сможете перейти и скачать. Как же скачать? Вам, ребят, просто необходимо нажать на вот эту вот кнопочку Download Online Installer Now. После того, как вы скачали, вы, ребята, открываете этот файл, я уже его скачал. После этого вы нажимаете Override Install, то есть на вот эту кнопку, и просто ждете. Дальше, ребята, у вас открывается ваш любимый эмулятор. Так, давайте я пока что выйду, потому что у меня уже эмулятор скачан. Выйти сейчас. Вот, ребят, наш эмулятор. Дальше, смотрите, вы заходите в Play Market. После этого, ребята, вы должны зайти в свой аккаунт. Я уже в свой аккаунт зашел, то есть вы заходите в свой аккаунт, вам сразу при входе напишет, мол, зайдите в аккаунт, вы вводите логин, пароль, вам приходит смс-код на ваш телефон, вы его вводите, и, ребята, теперь вы уже в своем аккаунте. Дальше вы, ребята, нажимаете Block Strike. Ну, вводите тут в поиске. Вот наш Block Strike. Вы нажимаете его скачать. Качайте его очень быстро, потому что, как, ребят, не крути, это все-таки эмулятор. У вас скорость интернета с компьютера. После этого мы открываем наш любимый Block Strike. И у нас уже, ребята, при входе наш Google аккаунт. Сейчас мы немножко подождем. Добро пожаловать. Главное, чтобы реклама нигде не выскочила. После этого, ребята, вы проходите краткую тренировку, ну, как обычно в Block Strike, вы знаете, да, как заходите с нового места, хоть аккаунт старый, но если вы заходите с нового телефона или с нового компьютера и так далее, вам необходимо пройти тренировку. Дальше, ребята, после того, как вы прошли тренировку, ну, как тренировку, обучение, после того, как вы прошли обучение, вы нажимаете «Создать сервер», «Командный бой», ну, не знаю, вообще все равно что, главное, поставьте пароль, чтобы вам никто не помешал. Окей, и создаем сервер. Так, я, ребята, уже все настроил, теперь вам покажу, как же все настроить вам. Смотрите, справа в эмуляторе, вот вторая по списку, будет клавиатура, вы на нее нажимаете, и смотрите, у вас сразу вот тут сверху где-то будет вот это управление, вы на него нажимаете и просто перемещаете куда-то сюда, то есть, допустим, я заново покажу, давайте так, оп, вот я, ребят, только что нажал, вот сюда ставлю, все, управление у нас уже есть. То есть ставить его примерно сюда, вообще не важно куда, просто в левую часть экрана. Дальше вы должны поставить кнопки. Вы просто, ребят, после того, как вы нажали на это управление, просто один раз нажимаете, допустим, сюда. Это у нас кнопка стрельбы. И нажимаете буковку Q. И теперь, когда вы будете нажимать на Q, вы всегда будете стрелять. Дальше нажимаете сюда. Ладно, я сейчас удалю. Нажимаете сюда. Ставите на кнопочку Space. Дальше, кнопочка перезарядки, это у меня R стоит, ну так удобнее всего. Оп, все, ребят, все готово, после этого вы нажимаете сохранить, нажимаете ОК, и, ребята, как мы видим, все прекрасно работает, поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте мне лайк, а если впервые на моем канале, то обязательно подпишитесь. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.